чтобы было больше денежек, везде супруга должна быть. Кто-то перепродает, кто-то производит. Мы производим. Если вы заходите на маркеты, да, мы, опять же, я рассказываю про бренд, который мы создали с нуля под ключ. Потому что браслеты у нас премиального качества. Наше ламповое агентство, оно называется Ай-Матрешка, я уже про него рассказывал. Моими золотыми рученьками. А мои рученьки действительно золотые, вы в этом можете не сомневаться. Это обязательно добрая, светлая энергия. Это предсказаница. По кусочкам и получился бренд Hello With Me. Получили на следующий день, во-первых, продажи, сразу увеличилось количество продаж. Какие можно использовать каналы продвижения? Мы не копируем у конкурентов, мы не перепродаем. Хороший отзыв, да, там пятерочку. Комплектую для Wildberries. Вот это авторская настоящая работа. Замечательная денежная собака, пражский крысарик маленький. А у конкурентов, возможно, там рублей 700 или сколько-то, не знаю, там, или может быть даже 400, я уже даже перестал следить. Ну и расскажу парочку интересных лайфхаков. Камень, тигровый глаз на красной нити. Под елку бежишь, подарки, ты их разворачиваешь. Лайфхак про продвижение, я вам обещал, да? Предсказания у нас самые хорошие. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Ваня Чернокнижный. Сори, у меня давно не было видео на канале, обещаю исправиться. Сегодня мы с вами поговорим о упаковке, как мы упаковываем свой товар для отправки на маркетплейсы, да, поговорим о каналах продвижения, какие можно использовать каналы продвижения, да, для продвижение вашего товара на маркетплейсах, да, ну и расскажу парочку интересных лайфхаков. Мы с Леной были в отпуске в небольшом, вернулись, зарядились, поэтому поставьте лайк, нажмите на колокол, подпишитесь, заварите чаечку и приятного просмотра. Так, у нас заказы, у нас в данный момент я комплектую для Wildberries. У нас, как я уже говорил, полностью ручная работа. Сейчас мы быстренько с вами соберем. Я уже укомплектовал. У нас браслетики, которые мы отправляем на Wildberries. Этот бренд мы придумали с супругой полностью с нуля. Да, мы используем натуральные камни. Здесь у нас такая бирка, пломба, на которой у нас тоже хим, гравировка хима, тиснение хима. Да. Мы обязательно в браслетике в комплект кладем это дополнительный камешек, если вдруг человек с размером не угадал, чтобы он мог добавить камешек, да, собственно, и его сам увеличить. Это там нить идет тоже. Это предсказаница, потому что камни – это позитив, это светлая, добрая энергия, если она чем-то плохим не заряжена. Это обязательно добрая, светлая энергия, поэтому к каждому браслету мы кладем вот такое предсказание. Предсказание у нас самое хорошее. Вы, когда будете их открывать, будете приятно удивлены. Поэтому каждому клиенту у нас еще получает предсказанница. Да, вот такая вот бирочка. Спасибо за то, что выбрали нас. Поставьте нам, пожалуйста, хороший отзыв, да, там пятерочку. Подарок. У нас подарок это на красной нити. Денежный талисман, мы его называем. Денежная подвеска, потому что здесь камень, тигровый глаз на красной нити. Это у нас подарок. Собственно, печати я уже поставил, закрываем и начинаем сами упаковывать. К вопросу, да, если вы заходите на маркеты, да, мы, опять же, я рассказываю про бренд, который мы создали с нуля под ключ. Мы не копируем у конкурентов, мы не перепродаем, да, то есть мы полностью создали под ключ, вот с нуля ничего не было. То есть коробки, камни, технику сборки, мы все вот собирали по кусочкам, и получился бренд Hello With Me. Значит, наша упаковка, да, это к вопросу стоимости, да, вот этот, например, браслетик на Wildberries в данный момент, там он в акции стоит, ну, там 200-200, да, а у конкурентов, возможно, там рублей 700 или сколько-то, не знаю, там, или может быть даже 400, я уже даже перестал следить. А почему такая цена складывается, да, вы можете видео посмотреть, тут будут ссылочки всплывать на предыдущие ролики, да, потому что у нас полностью ручная работа, мы не покупаем их в Китае. Да, это не китайская, простите меня, там может быть и детская рабочая сила, где там, да, перепокупают за 50 рублей, а может дешевле, тоннами присылают, да, пакуют и перепродают. Мы так не делаем. Опять же, и этому бизнесу, который я сказал, перепродажа, есть место, и это как бы, ну, само собой разумеющееся, кто-то перепродает, кто-то производит, мы производим. Значит, техника сборки у нас какая? Мы упаковали с вами браслет. Мы заворачиваем вот в такую крафтовую бумагу. Спасибо нашей дорогой
Светлане Шестовой. Спасибо тебе огромное. Светлана, кстати, нам не только эскиз, да, рисовала для крафт-бумаги, но Светлана нам делала вот такой вот барельеф моей замечательной супруги, которая сейчас снимает, она сейчас повернет вот в нашей маленькой уютной квартирке. Она делала нам, видите, все, везде должны быть, везде должна быть супруга, чтобы было больше денежек, везде супруга должна быть. Вот эта вот картина тоже Света рисовала, вон там пражского крысарика у нас есть, вон, кстати, сидит там на диване, замечательная денежная собака, пражский крысарик маленький, мини. И огромное тебе, Света, спасибо, поэтому я под видео, под выпуском на Свету дам ссылочку, и, собственно, кто захочет, может быть, она вам что-то интересное нарисует. А мы продолжаем, собственно, сборку тоже. Мы прокачались, да, там в упаковке, и как бы, собственно, красивенько это все заворачиваем, чтобы это клиенту, чтобы это клиент получил все в красивом виде. Вот, использую еще двухсторонний скотч, да, для чего? Для того, чтобы края не торчали, да, чтобы это все красивенько было, потому что браслеты у нас премиального качества, да, у нас мы позиционируем себя, мы таковыми являемся. У нас браслеты ювелирного качества, потому что это полностью ручная работа, и пломбу, которую я вам показал, прежде чем отправить клиенту браслет, я его растягиваю, надеваю на руку, тяну, если все хорошо, узелок нигде не разорвался, не вылетел из камня, я ставлю пломбу, и у нас узел, он узел браслета мы засовываем в камень и проклеиваем ювелирным клеем. Вот, поэтому у нас, собственно, такое качество. Я совсем вам забыл сказать. Не так давно у меня вышел, я занимаюсь творчеством, мое как бы хобби, это музыка, стихи, там, литература, я книжки пишу как хобби. И у меня вышел альбом, называется «Голодный». Вот здесь вот уже чик должно появиться. Вот, альбом «Голодный». За сутки он набрал 7000 прослушиваний. Я его тоже закреплю под ссылку на него под этим видео. Поэтому, кому интересно, кто следит за моим творчеством, за развитием нашего семейного бренда, переходите, послушайте. Там я попытался рассказать в альбоме всю историю. Вот начало там не самых вкусных времен в жизни, да, до этапа, вот, до того, что я имею сейчас со своей супругой. Там это тоже про это есть, все это в стихах, в песнях. Вот, и огромное спасибо здесь Пашке Сенчковскому, он делал, пилил музло для этого альбома, помогал с идеей для обложки, помогал с идеей для концепции вообще альбома. Я на Пашку, здесь вот будет ссылка, это битмарь. Это саунд-продюсер, который, если вам нужно, если вы хотите себе что-то музыкальное, он поможет, запилит, предложит идею. Короче, тот, кто хочет музла, к Пашке все. Возвращаемся дальше. У нас второй этап сборки. Смотрите, второй этап упаковки, точнее, да, мы это тоже придумали сами. Мы обвязываем джутовым канатиком. Сургуч у нас уже на разогреве. Сургуч можно показать. Сургуч у нас уже плавится, да, так сказать, мы гранулы сургуча, используем цвет сургуча у нас под цвет бренда. У нас бренд это цвет, как у камня, аметист, вот, о нем я еще буду потом в следующих выпусках там рассказывать, почему мы выбрали аметист, но у нас цвет сургуча это цвет нашего бренда, аметистика, мы очень любим этот камешек. Вот, и дальше, смотрите, мы, собственно, плавится пока сургуч. Мы делаем вот такую вот красивую бабочку, да, и начинаем с вами ставить печать. У нас есть, собственно, своя печать химовская, Hello, it's me, и мы ее ставим на коробочку, и, собственно, как бы вот в таком виде вы получаете свой подарок. Во-первых, это эстетически красиво, во-вторых, это... Мы ставим печать, да, здесь сейчас немножечко подправим, ничего страшного, вот так, чтобы поудобнее было, да. Вот, мы ставим печать полностью вот на джутовый канатик тоже, да, как бы пломбируем. То есть у нас печать, пломба своего рода такая, да, которая означает тоже, что эту упаковочку никто не открывал, что она моими золотыми рученьками, а мои рученьки действительно золотые, вы в этом можете не сомневаться, либо золотыми рученьками моей супруги, был сделан этот браслет
и поставлена эта печать, что этот браслет приехал вам в единственном экземпляре. Смотрите, да, кто-то может сказать, блин, у вас же серийка. Да, у нас серийка, но камни-то натуральные, полудрагоценные. Не существует в природе похожих одинаковых камней. Да, то есть, поэтому, как бы, даже если браслет, там, Яшма Пикассо, да, это там такое разнообразие красок, там целая вселенная, да, это Crazy Агат, да, это обсидиан снежный, там огромное буйство красок, и поэтому, да, у нас серийка, но камни натуральные, и по факту каждый браслет уникален и индивидуален. Возвращаемся к печати, сейчас вот она немножечко, буквально я там секунд 20 держу, опа, убираю, вот, пожалуйста. Вот, да, и вот у нас получается, вот можно, да, вот так вот, вот такой вот вы получаете подарок, собранный полностью, авторская ручная работа, уникальный, да, такого, то есть, ну, как бы, если, может быть, что-то похожее есть, но такого же, нет, мы это, еще раз говорю, мы это не содрали у конкурентов там, не перекопировали, вот. Поэтому вот такое изделие в данный момент именно браслет Грация отправляется, да? А, сейчас еще покажу другую там сборки. А, браслет Грация, вот такая вещь, да? Но неужели она, ну, как бы не может стоить 2200? Конечно же, она стоит своих денег, да? Как бы дальше мы будем развиваться, внедрять что-то новое, и даже немножечко будут чуть-чуть расти цены, но в любом случае вот это авторская настоящая работа от Хима. Так, ну и мы переходим к третьему этапу упаковки, уже не сборки, да, для того, чтобы после того, как мои золотые рученьки соберут этот неистово прекрасный браслет, да, и отправят его вам, мы как правильно-то, упаковываем, обворачиваем это в пупырчатую бумагу, вот в такие рулончики, Для чего? Для того, чтобы человек, девушка прекрасная, молодой человек, там, не молодой человек и не молодая девушка, короче, неважно кто, в любом случае, человек, заказчик, да, получил, и у него от первых секунд прикосновения к Him, к Hello It's Me, да, были только добрые, только классные, только какие-то детские воспоминания, когда ты под елку бежишь, подарки, ты их разворачиваешь, а там разворачиваешь подарок, да, там коробка, например, мятая. Ну, блин, такое себе, да, нам когда приходит с тех же маркетплейсов супруга что-то мятое, с учетом, что это просто упаковка, то у нас тоже, знаете, такой осадочек остается, что хочется все-таки такую вещь недешевую, да, в хорошем состоянии получить. Поэтому мы это в пупырку обворачиваем, да, чтобы у вас прям с первых секунд не портилось эстетическое ощущение. Это вот так обворачиваем. Курьерский пакет. Дальше на термопринтере распечатан QR-код. Я его уже заранее распечатал, да. Мы это все клеим. Вот, вот в таком виде приходят вам ваши любимые браслеты. Смотрите, те, кто смотрел до конца, во-первых, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Мне это очень приятно, потому что я человек творческий. Мы развиваемся. Сейчас лайфхак про продвижение, я вам обещал, да. Смотрите, мы недавно протестировали продвижение. В Алдересе есть два, существует два вида продвижения, внутренний и внешний. Внутри Вайлдберриса с помощью рекламы Вайлдберриса инструментов, а можно пускать трафик, да, извне. Мы недавно протестировали сетку каналов, офигительная сетка каналов в Телеграме. Мы закупили, да, тестово рекламу в чатах, рекламу браслетов, да, протестили ее, в сетке опубликовали, я замерил, сколько посещений карточки было до рекламы и сколько подписчиков было на канале Telegram. У нас есть Telegram-канал у наших браслетиков, я его тоже прикреплю, вы переходите туда, подписывайтесь, у нас там скидки, акции. Я там микро личный блог о камнях, да, кому интересно. Короче, мы прорекламировали карточки Wildberries. Мы прорекламировали свой телеграм-канал, получили на следующий день, во-первых, продажи, сразу увеличилось количество продаж, во-вторых, подписчики на канал выросли, и в-третьих, просмотры и добавление в корзину выросло, что для Wildberries является, ну, стимулом продвигать карточку вверх. Поэтому у меня будет ссылка на
наше ламповое агентство, оно называется «Ай, матрешка», я уже про нее рассказывал, у меня там больше, как это сказать, у нас там больше правит моя супруга с компаньоном Анной, я там просто рассказываю про это агентство, да, и мы, собственно, можем вам предоставить такую услугу, будет ссылочка на «Ай, матрешку», вы просто перейдете, оставите заявку, да, там напишите заявку, что хотим купить рекламу в сетке пабликов. И мы поможем вам разместить ваш товар в этой сетке пабликов и получить хороший результат. Чем плюс? Это не просто реклама, а это нативная реклама. То есть это не просто там покупайте вот браслеты. А рекламу, ну, как сказать, мы поможем вам по сценарию разместить там рекламу. Ну, не я, а ребята с Ай-матрешки, да. Поэтому ссылочка будет внизу. Кто захочет себе крутое размещение в пабликах, пишите, переходите и не забудьте поставить лайк. Всем хим!